Открытие очередной смены детского тренировочного лагеря футбольного клуба «Ювентус» для этих ребят стало большим праздником. Для того, чтобы потренироваться у наставников одного из лучших клубов мира, в сочинский отель «Весна» приехали юные спортсмены со всей страны. С этой площадкой «Ювентус» сотрудничает уже второй год, и количество желающих присоединиться к лагерю, где обучают по уникальным методикам, становится все больше. Это новая методика для «Ювентуса», одна из новейших в мире. Сегодня мы начали работать в так называемой зоне 1, то есть начали строить игру. Для нас это очень важно, отрабатывать каждый мяч, учиться делать короткие, а не длинные пасы. Это очень важно для игры. Сегодня в футбольном лагере провели открытую тренировку. Понаблюдать за ее ходом могли не только журналисты, но и родители ребят. Сегодня дети работали в небольших группах. В каждой – российский и итальянский тренер. Внимание уделяют каждому. И даже языковой барьер не мешает. Все говорят на одном языке – спорта и футбола. Как признаются тренеры «Ювентуса», российские ребята, ученики благодарны. Работать с ними интересно, а главное – виден результат. Они на хорошем пути, они мне очень нравятся. Я второй раз в России, мне нравятся эти игроки. Для нас очень важно научить их всем правилам, ведь они игроки «Ювентуса», раз носят футболки нашего клуба. А значит, должны быть на уровне. Они должны уважать правила и выкладываться на тренировки. Вторая смена лагеря футбольного клуба «Ювентус» рассчитана на неделю, а уже 19 июня лагерь отправится в Майкоп. Туда он приедет впервые. Ну а все юные футболисты, участники второй смены лагеря в Сочи, по окончании программы обучения получат сертификаты о прохождении курса и сувениры от футбольного клуба «Ювентус». Инга Габеша, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.